Я не думал, что ты сюда это притащишь. Я думал, мы закончили уже с этим. Да бля, молчи. Илюх, что ты нашел? Сейчас. Я правда сомневаюсь, хороший ли это пак или нет, ну ладно. Да похуй, угорать хотел. А вы поменяли кнопки ответа? У вас, скорее всего, не пробел, а Ctrl стоит на ответ. Да похуй, я буду тыкать, блядь. Блин, нравится? Это Илюх. Илюх не креативно подошел. Это самое, никто не хочет быть ведущим. Почему я креатив? Ну, вот у этого кончика нормально. Что нормально, он просто взял. Что он взял, Люк, это охуенно! Он убить, это лучше, что может быть. Сегодня у нас собрались титаны игровой вселенной, короче, самые знатокущие знатоки. Я читать не буду, потому что мне стыдно все, что там написано. Сегодня у нас играет Илюха и Луноубийц конченый. Он, короче, сменил пол. Ребят, а можно я сразу огненную силу поставлю, а Илюха мимо неё пройдёт? Че там, блядь? Ой. Лизуня. Не, ребят, у меня взгляд победителя, если не видите. А у вас тоже нет музыки, да? Её, скорее всего, отключили. Да? Лизуша, иди поиграйся. Так, ребят, кому дать право хода решать между собой? Я хочу посмотреть, как вы деретесь. Я хочу посмотреть, как Луна убийцу убивает, давай ему. Не, давай, дай финалочки, блядь. Ну, поздно уже, чувак, ты. Ладно, хорошо. Ну, давай, чё, читайте, чё, опять читайте, я, блядь, выбираю. Давайте, ты сам выберешь. Games. Games. Ладно, давай вот так. Я думал, Game Games. Блядь, я смотрел же. О, я знаю, стоп. Чё-то надо было назвать фильм. Комментарий тем назвать фильм нужно. Мистер и миссис Смит. Чувак, тебе нужно нажать на пробел. Я нажал на пробел! А ты сохранил? У тебя точно пробел или контр? Блядь, подожди, Саша, как стоп игра? Ты поставь на стоп. Сейчас, подожди. А тебе вот говорили, а ты думал... Всё, я поставил на паузу. Сука, я прочь, я же, блядь, сделал. Space, Space, сука, надо Ctrl оставить, блядь, я тебя послушал, блядь. А Space у тебя это что такое, это пробел? Space это космос, вообще тупые. Ну, попробуйте на следующем вопросе ответить что-нибудь, я не знаю. Ладно, погнали дальше. Давай, какой что урод, блядь, я знаю фильмы. А, это что? А, да, я знаю, блядь. Всегда говори да. А если скажу нет? Долбоёб, это. Ну, допустим, ладно, да, в принципе. Илюха, ты как думаешь? Ну и нет. Сука, я уже нажал. Ладно, в этот раз. Что, вот бабки трахался, это, блядь, продавал вообще. Продавал? О, это, блядь, как же это? Блядь, как называется? Сука. Про что? Это не, это не твой комикс, блядь, забыл. Блядь, Скотт Пилигрим, да, прежде, где он против бывших бабы дрался. Я вообще не помню такого, блядь, на самом деле. Я вообще такое говно не смотрю. Ой, такое тоже. Хорошо, что ведущему здесь ничего не приходится говорить. Да, блин, ведущий, чисто навсегда ведущий, чтобы таким тупым не казаться, как мы сидим постоянно. Блядь, вообще такой фильм. Так, пока что у нас лидирует Луноубийца, на самом деле. Блядь, да ну нахуй, я даже не буду, я не помню, как называется этот фильм. Ну что-то очень знакомое, Илюх, может ты предположишь, что ли? Да, я только мемы такие видел, не знаю. Это астрал, Серёж. Чё-то, нет, автор что-то перегнул палку с мемами. Чувак, опять читай, Настя, чё опять читай? Девушек считаешь очень жирный рэп плотно валит, ага, да, мясо набить. Не, мне стыдно это читать, пацаны. А что? Алёна, что ли, типа? Алёна? Ну тебе, да, вообще, про... Ой, Илюха, это ты что ли поешь? Не знаю, я пропустил на всякий случай. Зачем? Так, вопрос секрет. Вам достается вопрос секретный, вопрос срочно нужно дать. Нет, дай какой-нибудь другой. Система поиска пидорасов активирована. Пацаны, я пока не могу пропускать, чуваки. Пидорас найден.
Илюх, тебе нужно ответить. Да что? Что я должен? Это, короче, мемы, там продолжение следует, тебе нужно ответить. Что я должен? Ты должен ответить. Что, Рикардо Милос, не знаешь, что я должен ответить? Ну, это подстава. А почему минус 400 тогда, ну? Мне кажется, это наебало. Ладно, мистер Финалчика выбирает вопрос. Это было охуенно. Можно потише? Ты про кого? Про ведущего или про зрителя? Ой, блядь, это было охуенно. Главные составные части жидкости для электронных сигарет, а? Ну, Илюх, ну ты-то должен знать, как никто другой. Я электронки не курил. Пропилен, гликоль, глицерин, ну в смысле... Это борщ бы ответил. Это же тривиально. Слоган анимешников «День труда». О, блядь! Подожди, мне кажется, я знаю, что это. Нет? Нет. Так, знаменитый коктейль «Фантазёр». Я на Альбасков пил «Фантазёр». Нет, фанта присводка, да, 5 озер. Точно, сука, блядь, как я мог забыть? Я пил эту хуйню. Пацаны, минус уши. Это, наверное, песню нужно угадать, на исполнительное название трека. Вообще не на эти. А включайте этот, как это называется, программа, которая узнает песни. Я не бритый, мрачен, против самого веду неравный бой. Я одиночество герой. Почему теперь тихо, до этого вот? Порная фотография или как-то группу назвать, потому что они поют. Такие группы миллион, по-моему. Даю косарь за правильный ответ. Ну, к сожалению, никто не угадывает эту тривиальную песню. Заменить как исполнителя. Ты не ешь грибы, блядь! Часто твоя фляга глюки вызывает. Илюха, это про тебя на карантине песен. Чуваки, не спрашивайте, откуда я знаю. Это турбина туриста. А название еще нужно. Да, название надо еще. А, блин, ну ладно, я не знаю. Ну, допустим. Наркотестер. Не засчитал я тебе. Музыка техника. Я тоже знаю. Ну что ж, ребята, очень зря, на самом деле, Ганста Парадайз, как можно не знать ответ. Ой, сегодня да, нормально. Пугачёв. Блядь, я слушаю. Кого на рука залезть по ему? И что, слева вверху есть регулятор громкости. Типичный программист. Да, блин. Когда можно решить. Ну, это стереограмм, волки только мелочи. Илюх, как же ты не знал? Выбирайте, мистер Илюх. Известная фраза Юлика на шоу Первый канал, посвященная смерти Жанни Фриске и мемам про нее. Чего? Юлик был на Первом канале? Ну да. Ты что, не в курсе? Даже на поминках можно шутить хорошо. Ну, это про малинки, наверное, что-то имеется. Знаю. В чем отличие сосисок от сарделек? Ну давай, конченый, ты же должен. Я разговаривать не буду, честно, ты же подвох. Ну тут легко сосиски сбивают из фарша, а сардельки из рубленого мяса, на самом деле. Понятно, да, блядь. Так, название разъем для наушников в телефоне. Блядь, Серега, я не знаю. Мини-джек. Как? Мини-джек. Ну я вам не засчитаю, но вообще вы были близки к истине. Ты ему засчитал, там мини-джек называется. Ну это я просто хотел тебя подбодрить, потому что устройство для накопления заряда энергии электрического поля. Ну это из фактория, на самом деле, мне кажется, вопрос украден. Это конденсатор, все очень очевидно.
Стандарт тетради для контрольных работ по математике. Блин, я заботился. Я хотел заботиться. Я нашел на пробел. Не знаю, что говорить. Я, короче, хотел забыть. Я заботиться хотел. 18 листов стандартно. Обычно всегда 18 листов. К сожалению, нет. 12 листов в клеточку. Стыдно не знать. Самое минимальное всегда тетрадь. А что это за покемон? Бля, я не помню. Это я знаю, сколько игры, но я не помню. Да ладно, ты чё? Ты думаешь, что ли? Ничего себе. Это Гнар. В смысле? Я вот покемона бы угадал, а что это за покемон, блядь. Так, самая лучшая игра на смартфон 2020. Но вот это стыдно не знать, на самом деле. Плейнин? Или как она? Что? Плейн. Ну, короче, про это, про вирус Плейнин. Чего? Это же Raid Shadow Legends, бот с нами сегодня с них. Точно, как вы могли забыть? Мастер, но не шеф. Да это? Это к играм имеет отношение, видимо. Но это серия Hello игр. Hello. Что за хуйня, блядь? Мужик стреляет в курицу, пока не летает на экране, еще и пчелы. Ой, я не помню, как эта игра называется. Это, мне кажется, очень старая игра, и люк, ну стыдно не отгадать. Еще, да, а, да. Блядь, это... Я не помню, как. Я думал, Морхун. Морхун. Прикольная игра. Даже название не дали. Красики, красики, стрелять краской, плавать краски, краска. А, это на Nintendo, да. я знаю. Я тоже видел. Да, это серия игр Splatoon. Да, Splatoon, блядь. Ну, так, в этом раунде у нас лидирует Луноубийца, к сожалению, с максимальным отрывом 30 очков. Я ему просто свои отдал. Трюха, ты хорош. Не, Илюх тоже отвечал правильно, кстати, пару раз. Я не знаю, почему он глубокий жоп, видимо, не тот сундук золота подобрал. Тему и текущей игры вы видите на экране. Также хотел напомнить, что спонсор нашей сегодняшней игры Raid Shadow Legends. Я знаю, что я выберу. Дайте мне. Ирюха выбирает тут. Так, бабах. Тема игры плохой, хорошая, да, надо назвать. Кстати, я тебе советовал, Илюх, поиграть в эту игру, ты не оценил, а я не оценил правильный ответ «Ходячие мертвецы» Клементина. А вот если бы ты поиграл, ты бы, наверное, знал. Нет. А вон и сиськи из героев. Да, я тоже жду. А там они были? Да, вот у Луны самые красивые сиськи. Так, ну это из Принц Перси, персонаж Элика. Странно, 2008. Raid Shadow Legends. О, подожди. А, я понял, всё. Илюха, это не твой маук, случайно? Блять, сука! Луна отвечает. Кончено. Это не Луна. Отвечаю, да, это Death Stranding. Подожди, кто отвечает? Я отвечаю. Илюх отвечает. Ну, это Death Stranding. У них, по-моему, такая херня. Нет? Это, блядь, это, блядь, как это? Portal 2, да, это Portal 2. Да, все верно, это Portal 2. Поздравляем, Луну вырывает вперед на одинаковое количество отрицательных очков. Это ложный игрок. Чисто задонатил. Блин. Илюх, похоже на твой халат в выходной весенним утром. Это Fallout 4. На самом деле... Я не играл в Fallout 4, я не знаю это. Как ты мог не знать, это же... Ладно, плохие сиськи, последние сиськи. Не, надо точно такую тему создать, но с играми нормальными. Dead by Daylight, на самом деле. А, ой, это малой бы отгадал, поэтому он это же... Очень жаль, что он не с нами, почти это минуты... Тоже... Почти о! Минуты молчания... Ой, витали. Ой, давай играть, всё, заебал. Всё, играем, блядь, тут без картинок. Игра по описанию. А дурка просто дурка, дурка и убийство. Блядь, это же это, я понял, сука. Блядь, как это называется? Что, это Doom, что ли? Манхау. А, не, я не при неё думаю, я не при неё. Тут у вас термопаста высохла, вот что сгорело, все, ой, все, Windows устанавливается, у вас 10 тысяч рублей, короче, и... а за что, не знаю.
Охуенно, блядь, игру писали, блядь, то, что винда сгорела. Ну, это тоже кажется... спонсор сегодняшней программы, ПК Билдинг Симулятор. Тоже очень хорошая игра, всем рекомендую. Вещь или бан? Что это вообще такое? Это Копатель Онлайн, дамы и господа, спонсор нашей следующей игры. Мэйсон, нет, блядь, резонов. Резонов какой-то, не резонов, а резонов. А, резонов? Колда Black Ops 1. Резно. А, я помню, но это вообще жесть, это прям скорее. Я ни во что не играл. 2D, собак, мужик и война. Блин, я не знаю, как называется, я знаю, что. Я не знаю, что это. Это Балин Хёрд. Ну да, вот это бы сложный вопрос, странно, что он же за 200 был. Музыкал 2, давайте. Я сразу пропускаю. Нет. Сергей, ведущий, приятно познакомиться. Я не знаю, что это. Пиздалецкий пыль. Давай твой вариант. Массивен Кайофра. Вообще не слышу даже такой группы на самом деле. Вы можете попробовать, нажав на пробел, конечно. Стоп, Илюха, очки. Даю тебе шанс. Не дашь очки, если я без миссии. Дашь очки, если скажу после спонсора. Ну, ты нажмешь пробел, я тебе дам очки. Не, я не буду рисковать. Это Джон Ли Хукер, бум-бум-бум. Жалко, ты не ответил, я просто хотел Илюхе фору дать какую-нибудь. Я чувствовал это. Вообще, что за ноунейм, я не понимаю, автор в Саратове живет этого пакета, что ли? В смысле, я и вот этого, типа, Алена знал. Что? Продать сети. Да, да. Илюха, минус уши, да? Да не, нормально, я на минимум поставил везде. Металлики так орут, по-моему. А может и это финская группа зовут, блядь? Чё за финская как? Группа? Как? Нажми, скажи. Которая в Евровидении ещё была, я думаю, что называется. Эскимо Калбой. Не, вообще не так. Я слышу на русском. Последняя музыкалочка, чтобы больше не было. Вот на самом деле, когда я пак делал, там топовые песни были, помните, пацаны? Да, все, которые ты смог напеть. Ну, по крайней мере, все их узнавали, а тут вообще непонятно, что просто не могли вспомнить название. Надо будет еще пак писать. Дай Антвурт, дай Дон. Короче, Рюгов Славянский. А почему так непонятно? 400 Ты выбираешь. Ладно, Миша Пикчи. Ок, оба руса. А что надо угадать? Нужно сегодня угадать два шоу. Пусть типа говорят, а второе я не ебу. Паша Техник. Паша... А, блин. Шоу? Ой, господи. Понятно. Же... Тоже нужно угадать. А, блять, я игру не знаю, но я знаю, что за шоу. Да? Ну, наверное, необъяснимо, но факт. Да. И Hotline Miami. Да. Hotline. Да, Илюх, спасибо, что исправил меня. Минус 200 очков сейчас. О, горшок, блядь, я умер. А, это горшок? Ой, это же... Всё, я знаю, это я знаю. Ну-ка. Это Хардстоун и группа Киш. Просто Киш там в скобочках, а изначально там написано что-то... Ну ладно, допустим, горшок. Горшок, ну Киш, ну, блядь, что Киш, там? Горшок. Ну горшок уже было написано, это, блядь. Я просто беру стиль Максима Галкина. Типа, вы подумаете, или я потреплю? Блять, это же этот, блять, как игра называется? Эй, я же нажал. Джей Молчаливый Боб и Сталкер. А, Сталкер, да, он угадал. Нифига себе, Илюха, ну мои аплодисменты, да. Может Догма, может что угодно, они везде были. Илюха будто правильный ответ прочитал. Мы просто недавно пересматривали. А, хорошо, хорошо.
Так, напоминаю, нужно угадать два шоу, если кто-то вдруг забыл. Руки позвоните. Fallout, да. Руки позвоните, Кирилл, ты же. Ну, такое, на самом деле. Я, правда, не помню, при чём ты шоу. Нужно угадать телешоу попивче, если что-то, если кто-то вдруг не знал. Здорово жить. Жить здорово, да, всё верно. Здорово, ты угадал. Сейчас я тут когда. Ну так, тут, тут несколько вариантов, тут несколько вариантов. Тут и кривое зеркало, и, блядь, этот. Понятно. Смех панорама, на самом деле. Я не помню такого шоу, но кривое зеркало, да, я тоже думаю. Он, блядь, везде, это нечестно, везде. Даже на ТНТ, скажи. Народ, он злой! Я бы не угадал, честное слово, но на самом деле тут тривиальный ответ. Это чувак со званого ужина, который. Все смотрят званый ужин, Ну скажи, ты что, не смотрел, что ли? Каплору. Что это, блин, такое? Я только то вот знал, то что Люху, когда посмотрел, что там так легко. Ну это на самом деле ближе к истине, это Малахов плюс там передача в теле. Пиздец, как это можно, блин? Ну по бабке, блядь, бабки везде, блин. Так, вопрос со Савкой. Вам достается вопрос, вы можете выиграть. Илюх. Как я поставлю? 200, если у меня минус 300. Я могу тебе ставку поставить, Илюх. Давай, 10 тысяч. Я пас. Я ничего не успел. Активировано. Наебал, минус 4. Минус 300, точнее. Сделайте мне это, пожалуйста. Пидорас, найди. Чего опять-то меня-то? Ну что ж такое? Так, Илюх, ну я тебе все-таки даю шанс ответить, потому что это такой тупой пах вопросов. Ну и бах, минус 300. Ну, в принципе, ты был очень близок к истине. Ладно, я, допустим... Минус 4. Подожди, мне... Как на паузу игру поставить? На паузу не надо, ну займись. Ну, Илюха близок к сути был, на самом деле. Да он угадал, ты чё? Так, всё, соси, всё нормально. Подсуживает, блядь, чудо было, нахуй. Напоминаем спонсор сегодняшней программы Red Shadow Legends. И сегодняшний спонсор разрешил нам списать с Луны 200 игр. Попиздим за живо, а время уже. Да хорошая тема, почему я не вначале не был? Я думаю, ты знаешь, что надо так, я постоянно на паузу, хочу вам помнить, что наша игра заключается в том, чтобы играть без матов, или мы выгоняем с нашего тележоу. Играем, давай, блядь. Так, а я живу в игровом автомате. Чего? Это, что нужно сказать быстрее? Это, скорее всего... Всё, мультик, Ральф. Да, 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 всё верно, Илюха. Да. Нихуя себе, блядь! Илюха, ещё один на ответ, ты вырываешься. Я не знаю, сейчас, подожди секунду, мне почему-то связать смутное сомнение, что я забыл стрим выключить в Дискорд. А, нет, всё. А, всё, мне продолжаем, всё в порядке. Понятно, ну и вообще... Я вроде и мужик ору дал, как сука, что за фильм? Ну тут на самом деле... Давай хатик, не знаю. Илюха, кстати, а чем ты вчера занимался? Блин, может ты скажешь правильно, неправильно? Не, просто от этого зависит, правильный ответ или нет. Илюха, расскажи, что вчера было. Илья? Ну, на сайте сидел, который тебе скидывал сегодня. А, ну это да, 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 все верно. Просто хотел светиться, там были дополнительные опции. Илюха вырывается у нас вперед, поздравляем. Так, кого убил Шепард в Call of Duty Modern Warfare 2? Блин, нет, стоп, я не знаю. Ну ладно, да, я что-то этот... Над этим моментом я плакал. Соуп, наверное, был. Нет? Соуп, я не знаю, я не играл. В смысле ты не играл? Это же Ghost он убил. Блин, я хотел либо Соуп, либо... Соуп в третьей части убили. Ой, всё, чё ты спойлеришься? Чё за его станция, на которой жил Артём, а чё за... Это метро, 2033. А, точняк, 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 там растили грибы и свиней разводили. Ты серый, как будто ты отгадываешь, так говоришь. Бессмертный и офигенный президент. Путин! Путин!
Так, подождите, кто отвечает финал? Даю тебе еще время подумать. Это же... Это... Нет, это просто фраза из фильмов. Ты забыл, что ли? Что? Что? А, ну допустим, допустим. Ты долбоёб, да хоть ты это делаешь? Посеять всеми сомнения всегда актуально. Так, тут нужно угадать игру, походу, да. Блин. Я знаю, типа, да, название, не знаю. Вообще, текстура похожа на Короля Льва, там точно так такие мало, же подъемы были, но он Джанго Бук. Ну, это мало, как бы нельзя было. Блин, Парк... Илюх, почему мы не играли в такие игры? Почему? Парк юрского периода. А ты что, играл? Да, это видно, блин, это геймбой, это видно, что от Парк юрского. Я послушал. Это, видишь, не геймбой, это Sega. Ну там она была и на другой, видимо, тоже. Ой, блядь! Ну, фальстарт выключена, кстати, если что, вдруг. Блин, ты так... Соник, это Соник, блядь, на Sega. А там полное название. Полное, да. Соник, поза Соник, какой полный Соник? На английском, как ёжик? Ёжик на английском как бы. Соник, Соник. Нет, ёжик на английском. Соник. Еще скажи, на какую платформу эта игра. А год какой? Хэтчкок, ну, в смысле, я так уж и быть засчитал, но... Надеюсь, телезритель не подумает, что я заслуживаю. А это что за такое? Вообще, такой впервые вижу, на самом деле. Комик-зон, на самом деле. Ну да, комик-зон, блядь, но комик-зон... Блять, может быть Тасманский дьявол, может, блять, и Луни. Тасманский дьявол. Ну он его так зовут, это Тасманский дьявол. Но игра-то называется у нас Тасмания. Тасманский дьявол. Вот и есть перевод. Только не музыкал, пожалуйста. Только не музыкал. Поехали. А в чем ты выбираешь? Я же выбираю. Я не выбирал ничего. Так ты выбрал? Нет. Ребят, я не выбирал. На самом деле у меня есть точно такая же песня, мне недавно друг говорил то, что эту песню исполняет Парк Горьковского, но на самом деле здесь в исполнении она звучит по-другому, у меня там действительно исполнитель ACDC, из-за этого мы с ним подрались. Да, я тебя зачитался. Илюх, Луна у нас вырывается вперед, видимо, она открывает сундуки получше, чем ты. Я просто стену огненно поставил, а Илюха для нее, блядь, лицо. Да, мне кажется, от аватарки зависит на самом деле у нас. Все, аватарки, блядь. Илюх, в следующей игре ты поставишь нормальную аватарку? Хорошо, у меня аватарка, чувак. Take me to home. Да. Давай там пьем уже, чуть-чуть. Папа, блядь. Мама и папа, блядь. Раз, на Sims за Shadow. Чё то вообще? Ой, ну понятно, сейчас я тут отвечу. Ну, нужно группу назвать, на самом деле. Это было вообще всё, это был, я не знаю. Комбинация. Комбинация, американ, вот вообще, американ, блин, я не забыл. Вот именно вообще. Непростите, но Луни, мне кажется, ты не то вот такой, блин. Так, нужно угадать игру по... Не, у меня есть какая-то догадка! А, нет, давай. Давай, говори Red Dead Redemption. На максималку. Я думал, да. Fistful of Facts. Не, я видел, что там надо играть, потому что это не то. А что, блядь? Это же Сталкеры, походу. По-моему, Мэдисон делал обзор на эту игру, но точно... Точно не скажу, снайпер или... Я не помню, как та игра прям называлась. Потому что она по-другому называлась. Что это, блядь, такое? Ребята, они... Не, ну это я могу предположить. Ну давай. Давай, это Хало. Что? Хало. Хало. Не, не засчитал. Ух ты.
Star Wars, это Republic. Какая-то старая вообще-то, я тут тоже такой не видел на самом деле. А там без картинки, да, там без картинки. Бля, классно, классно, без картинки. Это пубг. Стоп, а у тебя есть картинка, у меня фотки нету просто. А подожди, что? У меня нет фотографии. Может, вообще раз нету, это пубг, значит. Мне кажется, он... Поставь на паузу, хочу, чтобы не загрузилась фотография. Нет, это вообще даже не пупы. Короче. Бля, я фотографии нет. Как я могу выразить, если я ничего не знаю? Нажми, что я тебе скажи, что ты пишешь. Кузя. Кто это за игра? Я уже на свой экран был. Я там отыграл. Нет. Что это? Ну тут по пушке, мне кажется, можно догадаться. Это Хэллоуин, скорее всего. Это Doom 16-го года. Я не играл. Ладно, да я смотрел. Кого? Так, это вопрос секрет. Назовите тему персонажа игру стоимость 1500. Давай всегда говорить правду, как у тебя слышал. Ну, Илюк, давай. Я? Да, ты сейчас. Майк Скайрим. Ты меня слышал? Игру нужно назвать и тему. The Elder Scrolls 4, 5, Skyrim. Ну не только, он был еще на самом деле в Morrowind и в Oblivion. Это Майкл Джетс, который... Да, да, ты угадал. Ты угадал. А где поиск пидорасов? Мне кажется, в одной из этих он... Сейчас же опять я... Илюха, ты должен отвечать все вопросы, поэтому ему кину. А ты игру или что надо? Это нужно назвать фильм, видимо. А фильм, а? Блин, ты этот человек швейцарский нож или как-то так? Да, вы совершенно правы, но единственное, я не знаю, засчитывать вам или нет, потому что... Что? Я знаю, это такой бред, я начал смотреть, это какой-то бред. Не, Люха, кстати, досмотрел прикольную тему до конца. Когда досматриваешь пипку Виталия. Да, Люха? А, это старая? Это старая. Старая? Давай рекорд помещай, значит. Долбаю, нет. Это, скорее всего, на игре. Да, да. Да, вы угадали, я вам засчитал. Чисто попытался. Кого засчитал? Ты никому не засчитал, я даже не нажал. О, кстати, вот этот фильм. О, это я знаю, это я знаю. Ну это все знают, Илюк, если ты не ответишь, что это. Мне кажется, это пилаш или нет, это хижина в лесу, блять, это легко. Кто сейчас отвечает, да, мы говорим? Я сейчас хижина в лесу. Хижина в лесу, это я. А отвечает-то кто? Лунубийца или кончен? Я, блядь! Егор! Хижина в лесу, блядь! Я сейчас огненный блядь! Ну, допустим, мы засчитаем, но. Ну там не подсказывать задних рядов, пожалуйста. Это что за фигня? А, это скорее всего Хитман, только не знаю, как Хитман называется. Не знаю, пускай там он по-другому называется Хитман. Вы совершенно правы, он называется по-другому Хитман. Да ну, скажите! Ладно, все, финал. Финал. Поддержи игру, нет, это мы пропускаем. Алло. Как же реклама Rage of Legends? Так, нужно выбрать, видимо, тему. А кто выбирает? Я вообще не понимаю, что это. А, пожалуйста, уберите одну из тем. Что за костыль в игре мне нравится? Ой, блядь. Старые игры на мобилку, пожалуйста, делайте ставки. Только не 0, не 999 и не 1. Это нечестно, я не могу поставить, чтобы... Давай вот так. Я не знаю. Благодарю вас, внимание, вопрос. Он нужно поставить. Угадать игру на мобилку. И ваше время пошло. Да легко, блять, я вот знаю, что за игра. У меня на самом деле даже до сих пор нет правильного ответа на этот вопрос. У вас там окошко с выводом, да, сейчас? Да, я уже набираю. Уже набираю, понятно. Все, я ответил. Там какой-нибудь мем будет, да, я угадал? Да, я не знаю, как будто что это игра, ебать. Мэм. Там, наверное, что-то в духе 1500 опыта выбрал. Да. И, кстати, я бы засчитал, на самом деле, если бы ты так ответил, потому что у тебя соответствует твоей аватарке. Ну, а тогда у меня ответ соответствует твоей аватарке, потом засчитывай. Так, пришло время узнать. Финалочек ответил Наруто Узумаки 6 Какаги. У меня лучше. Почему я не вижу сразу все правильно? Илюха, сколько ты поставил? Все. Неверно! Герои 27 онлайн!
сколько ты поставил? Ой, 900 с чем-то. Блин, ну Илюх, ну тогда да, он победил. Блин, чего? В этой игре у нас определенный лидер Лунубийца. Так я его никак не мог победить, потому что мне не хватало даже себя Нет, если бы он поставил все и проиграл, ты бы его победил, если бы ты единичку поставил. А Илюх, ты что-то лоханулся вообще. Ну что ж, благодарим всех за игру. Скачиваем еще один пак, только получше. Да, да. Я там видел один пак на 500 мегабайт, а этот на 18 был. Давай, давай, давай.